Совместное франко-итальянское производство. Луазир Дюмонт, фильм «Скоперник», Франция, «Фонорама», Италия. В главных ролях Мишель Мерсье, Робер Оссейн. В фильме «Веревка и кольт». Режиссер Робер Оссейн. Авторы сценария Робер Оссейн и Клод Дезели. В фильме также снимались Ли Бартон, Даниэль Варгас, Серж Маркант и другие. Оператор Генри Персен. Композитор Андреа Оссейн. Продюсер Жан-Шарль Рафини. Мария! Бен! Давай, за другими.
Они убили Бена и сожгли ферму. Мы остались ни с чем. На ночь мы останемся здесь. Завтра мы уедем. Возьми это. Они ранили Бена. К сожалению, мы ничего не смогли сделать для него. Его конец был ясен. Это твоя доля. Что ты хочешь? Они убили Бена. Почему? Бен украл плату за стадо вместе с Тома и Ли. Они убили тех, кто перевозил деньги. Последний раз, когда я тебя видел, я говорил, что это плохо кончится. Они не хотели уезжать отсюда. А остальные? Тома и Ли смогли убежать. Они сейчас прячутся у меня. Скажи им, чтобы уходили за границу, иначе они их поймают. И тебя вместе с ними. Бен был твоим другом. Это было давно. Помоги мне. Обратись к своим братьям. Ты единственный, кто может отомстить Роджеру. Я его не знаю. Именно поэтому. Это меня не интересует. Если не можешь сделать это для него, сделай для меня. Ни для него, ни для тебя. Не хочу вляпаться. Тогда сделай для этого. Это доля Бена. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Все, что захочешь. А если я откажусь? Я сама разберусь. Это все, что мне остается. Они тебя убьют. Мне все равно. Увидимся через два дня.
С ночевкой? Да. Распишись. $1 в день и 5 центов за полотенце. Сволочь! Ты же мне обещал! Пошла вон! У нас платят вперед. Дерьмо! Отдай мои деньги! Убирайся отсюда, шлюха! Сволочь! Но ты мне заплатишь за это! Пошли, покажу комнату. Убирайся отсюда. Мне не нужны проблемы с Роджерсом. Это мне стаканчик? А я тебя знаю. Ты сегодня остановился в гостинице. Где он? Там, в углу. Играет в карты рядом с девушкой. Я его знаю. Будь осторожен. Рядом с ним братья. Потом. Уходи. Слим. Свен. Да. Пошли. Но, молодой человек, вы делаете все, что хотите, потому что вы из семьи Роджерсов? Позвольте сказать вам одну вещь. Я не боюсь Роджерсов. Мне очень жаль, что его здесь нет, но это ненадолго. Мы прикончим его. Хорошо, что вы из Роджерсов. Вы повесили Бена, но скоро вся ваша семейка будет болтаться на виселице.
Вы главные воры здесь. Все это знают, но все боятся. Боятся, что однажды люди твоего отца сожгут их фермы. Или украдут их стада. Или просто убьют их. Что касается шерифа, то вы ему хорошо платите. Но только вот что. Сегодня... Все это будет закончено. Теперь вам придется считаться со мной, валетом. Должен предупредить тебя, я гурман, так что придется делиться. А теперь я устрою тебе одно представление, чтобы ты понял, с кем имеешь дело. Ты делаешь ошибку, валет. Ты делаешь ошибку. Я бы на твоем месте... Но ты не на моем месте, Свен. Кто этот парень? Я не знаю, я искал очки. Откройте. Откройте, или мы выломаем дверь. Я арестовываю вас за убийство. Идем.
Отдай его нам, шериф. Сожалею, но я его не отпущу. Этот парень устроил вынужденная самооборона. Мы с братом все видели. Можем засвидетельствовать. Вы знаете этого парня? Он работает на нас. Выпусти его. То, что произошло, это наше дело. Вместо того, чтобы возиться с ним, нашел бы лучше воров. Мои люди их ищут. Выпускай. Тебе за это платят. Если хочешь неприятностей, мы тебе их быстро устроим. Ну, что ты выбираешь? Освобождаешь? Вы свободны, претензий к вам нет. Вы давно работаете на Роджерсов? Ладно, я понял. Но предупреждаю, в следующий раз самообороны это или нет, но... Поехали. Спасибо, шериф. До свидания. Подойди. Мои парни сказали мне, что ты их неплохо защитил. Кажется, ищешь работу, это так? Это зависит... От чего? От работы. Я не видел тебя в наших местах. Я издалека. Он не очень разговорчив, как я погляжу. Ладно, я не из любопытных. Как твое имя? Мануэль. Хочу предложить тебе место старшего охранника. $15 в неделю, еда и постель подходит? Подходит. Малый, покажи ему его место. Джоанна, это Мануэль. Наш новый охранник. Пойдем. Я был у шерифа. Ну, и?
Что она делает? Не знаю. Здесь нельзя оставаться, это слишком опасно. Они нас найдут. Я посмотрю. Что решила? Я остаюсь. Мы вместе с Ли уходим за границу сегодня ночью. Можете делать, что хотите. Но на вашем месте я бы осталась дня на два. Здесь вам нечего бояться. Вы, возможно, мне понадобитесь. Эй, Тома! Лошадей! Боже, благослови нашу трапезу, которую мы посвящаем Тебе с благодарностью за милость Твою и во славу Твою. Аминь.
Вы что-то ищете? А что, это запрещено? Нет, но хозяин не разрешает приближаться к лошадям ночью. Как тебя зовут? Коуэн, сэр. Это вы, наш новый охранник? Да, я. Извините, но у меня приказ хозяина. Ничего. Доброй ночи, Коуэн. Доброй ночи.
Наверху.
Что вам здесь нужно? Не трогай. Чего вы хотите? Денег? Нет. Доли Бена мне хватило. Хватило на что? Украсть вашу дочь. Я заплатила человеку за это. Вашими деньгами, Роджерс. А теперь, если вы хотите получить ее живой, делайте в точности то, что я вам скажу. Вам ясно? Трое моих людей не вернулись. Они искали ее братьев. Они должны были заехать к вам. Хотел бы я знать, что с ними случилось. Оставь ее в покое, шериф. Можете возвращаться к себе. Я вас не понимаю, Роджерс. Что она хотела? Черт! Что будем делать? Как все прошло? Ты его видела? Что ты хочешь знать? Что они решили? Они заплатят? Да. Они дорого заплатят. Сколько? Вам лучше уехать сегодня. До того, как они приедут сюда за ним. За кем? За Беном. Но Бен уже мертв. Ничего нельзя сделать для него. Они похоронят его на кладбище, как всех. Вся семья Роджерсов будет провожать его на кладбище. Они проведут весь ритуал. Когда они признают свое преступление, я верну им дочь. Деньги меня не интересуют. Ты с ума сошла? Ты не имеешь права. Надо было раньше нам сказать. Я бы ни за что не пошел. Оставь ее, Тома. Нет, мы сделаем по-своему. Это последнее, что мы можем сделать для Бена. Поехали. Здесь нам нечего делать.
Перед тем, как слетят серебряные листья, перед тем, как разобьются золотые чаши, осколки фонтана разобьют зеркальную гладь воды, перед тем, как поднявшаяся пыль вернется на землю, как возвращаемся все мы к Господу. «Суета, сует, и все суета», — говорил Экклезиаст. «Все суета». Но, с другой стороны, так как Экклезиаст был мудрецом, он принес людям знания, он дал великое множество изречений, молитв и следил за исполнением ими долго перед Господом. То же должны делать и все живущие на земле, хранить души свои, какие бы они ни были, плохие или хорошие, предавать тела умерших земле, ожидая воскрешения. «Суета, сует, и все суета», — говорил Экклезиаст. «Все суета». Мария послала нас, чтобы мы отвезли дочку к Роджерсам. Все уладилось. Мария и Роджерс договорились. Они согласились. Деньги в обмен на девушку. Так будет честно. Ты передумал? $2000 и оружие. Дрянь. Я пристрелю твоего брата.
Сделаешь это, не получишь девку. Чем ты докажешь, что она еще жива? Иначе я бы никогда не осмелился прийти сюда. Я же не идиот. Говори, а то... Если я не вернусь в полночь, брат будет ваш. Сейчас ты заговоришь. Хватит, отпустите его. Вот деньги. Приведи ее. Наконец вы поумнели. Фрэнк. Спокойно. Завидная предосторожность, но не сейчас. Платят вперед. Полное доверие. Я пошел, Ли. Хорошо, я приведу ее в город. Можешь поверить? Нет, ты приведешь ее сюда. Брат останется с нами. Если в 11 часов ее не будет здесь, ты увидишь, что его ждет. Тома. Не нервничай, Ли. Мы получили деньги за нее, а теперь обратной дороги нет. Ну? Согласен. Ли останется с вами. Ведь это всего лишь смена фермы. Хотя после такого приема доверия нет. Но я предпочитаю остаться в стране. Это надежнее. Хорошо. В 11 у церкви. Мы там будем. Тома. Я тебе уже сказал, не волнуйся. Я тебя здесь не брошу. Не забудь. В 11.
Я расставил своих людей и остаюсь с вами. Идите. И что ты будешь делать теперь? Не знаю. Теперь не имеет значения. Ты не можешь оставаться здесь. Роджерсы никогда не простят тем, кому заплатили. Ты знаешь, что со мной случилось? Я устала, Мануэль. Я сделала все, что могла. Я больше ничего не хочу. И я утратила смелость. Возвращайся к себе. Завтра на заре я приеду. Я знаю хорошее место. Если ты не против. Вы свободны. Мануэль отвезет вас к отцу. Надеюсь, что вас убьют. Как думаешь, что там произошло? Я советую тебе говорить, если не хочешь закончить как брат. Не знаю. Это он. Кто он? Мануэль. Куда он отвел Джоанну? В заброшенный город. Но это не он. Это все Мария. Ah!
Пойдем. Thank you.
Мария. Мануэль, любимый, ты отвез ее? Да. Они не поверили. Они решили, что она мертва. Ли им сказал, где ты прячешься. Не возвращайся в мертвый город. Не волнуйся. Они будут там тебя ждать. Я слышала, как они это говорили. Они напрасно будут искать. Мы сейчас уедем. Поедем в наше место. Там нас не найдут. Мануэль, я хотела тебе сказать. Наклонись поближе. Оставь меня. Мне холодно. Уезжай отсюда. Я не хочу, чтобы тебя убили. Ты знаешь, когда мы уехали отсюда в первый раз, я испугалась, что больше не увижу тебя. Никогда. Но я тебя...
конец.